Чувак, у меня тэшка падает. Ой, я еще случайно нажал, да, на него? Лол. Боже. Начинается опять. Ну помогите! Кто-нибудь! Опять меня вдвоем насилуют. Ой, путь жесть, конечно. Еще купол туда. Боже. Ну да ладно. Бабочка идет, нормально? Хорошо. Хорошо. This is the future. Красава, ребят. Прожмите лайк, ребят, кому не сложно. Честно, по-челобеевски попрошу. Вот самое интересное, с телефона все показывает, кто на модерацию падает. А вот тех, кто, ну, в Ютубе, да, нету ничего. Ой-ой-ой. Ну, как обычно, в принципе. А мне главное... Я ничего не успел дальше. Боже. А. Хреновый старт будет. Опять 5 внизу, да? А, нет, 4. Печально. Хотя бы он кого-то забрал. Блин, всегда на низу такая суета, жесть. Всегда такая суета на низу. На руне на этой. Хреново будет, конечно, без монетки. Ботл позже возьму. Хреново. Спасибо. Спасибо за подписку, как говорится. Знаешь, такая фраза есть. Одна очень интересная фраза есть. Спасибо за подписку. Чувак, у тебя тэшка падает. Ой, я еще случайно нажал, да, на него? Лол. Ну, короче, все, по аналу пойдет сейчас. Давайте вот так. Так, я иначе я не камбэкну, если буду пытаться ботл фармить. Думал, сейчас с двумя веточками в ботл выйду сосать. Никуда не выйду я. Постфиниш выйду. Вижена, конечно, у меня нету. Не заберу. Круто. Вряд ли я пуджу уже что-то тут сделаю. Старт, конечно, поднасрал мне люто. Печалька. Компами занимаюсь, хожу. Играю мощный кейс с КЗ. Да ты чё, дядь, это очень жестко было бы. Если ты такое собрался делать, это чересчур. Да у меня вроде комп не слабый, нормально, мне хватает монтировать и делать все вещи. Но если условно я такое рассматривал бы, да, типа что ты там комп мощный, да, даешь мне, то этот комп я разыграл бы. Все. Боже. Начинается опять. Ну помогите! Кто-нибудь! Опять меня вдвоем насилуют. Почему я его не бил? Я, короче, уже засал, понял, что я... Ну я не вывезу в любом случае. Мне никто не поможет в миду. Я по КД буду фидить тут. Вы издеваетесь надо мной?
Вообще жесть. Что это такое? А можно мне, пожалуйста, модность, фу, боже. Можно мне, пожалуйста, сложность в доте поменять? Почему я стою против двоих-троих героев? Ну, меня это бесит, реально. Пожалуйста. Иди на очко на своем пудже вонючем. У него будет 90 силы к 20 минуты. Я буду по КД фидить здесь. Просто по КД буду фидить здесь. Мне никто не поможет. Вы уже видят, что плохой у меня старт. Если меня сейчас начнут поддушивать, я это не выиграю никогда. По факту. По факту я такое не могу вывести. Давно такого не было, чтобы я на Тускаре настолько жестко выходил с мида. 0-3, 0-4 просто. Давно такого не было. Но руну забрали, варда нету, куры нету. Это ГГ. СМ-ка пришла просто полутать мою экспу. Поехали. Попробуем что-то сделать ему. Ура! Опять и кура куда-то полетела. Это моя кура или че? Вот, блин, засранцы, а? Придется куру себе брать. Дайте, пожалуйста. Иди нафиг на своей потме. Будешь на миду тут жить, вонючка. Отстань, пожалуйста. Что он хочет? Жесть. Какой гайд готовишь? А кто сказал, что я гайды готовлю какие-то, друг мой? Я не делаю сейчас никакие гайды. Вообще. От слова вообще. То есть вообще не делаю. Я гайды все отписал уже. Все гайды. То есть это все 112 героев. А то и фановый ролик 113 героев. И на лоу хп. Говно. Чальк. Фу-фу-фу-фу-фу. То есть. Ну, мне надо, чтобы у меня стоял в миду сейчас кто-то по КД просто. Иначе я так просто по колдауну буду отъезжать. Без сапога, конечно, тяжело прям. Хардовая дотка сегодня будет. Ну хватит, пожалуйста. Ой, путь жесть, конечно. Еще купол туда, боже. Еще купол. ТП, хуки, потма. Жесть, вы что делаете? Ай, жесть, в ухе зажужжало. Давайте стриковать. 1-5, 1-6, 1-10 будем играть. Пофиг. Ничего не поделать. Такая игра будет. Такая игра, ребят. Руну заруинили. На таракана нажал на бег. Круто. Все же с руной не удалось. Уже тут по КД так бывает. Просто по КД. Пофиг. Это надо с дастами, брат, делать, не с энтрями. Да при чем тут бабочка руини делать? Мне руну изначально не дали, плюс потма, плюс эти ару по КД. Он просто меня хейтит, чел, на потме. В миду мне, естественно, никто не поможет.
Ну, типа, я просто не знаю, что мне делать на этой карте, когда просто нулевая помощь. В миду здесь ошибся, у меня герой сам пошел, чисто не до контроля. Да пофиг, я не парюсь. Я переиграю эту игру, если что, и все. И все. Пусть будет так. Ничего страшного. Печалька. У меня сегодня игры не тяжелые, дядь. Просто стандартная игра. Что первая игра, что эта игра. Я не парюсь. Буду по КД фидить. Что хочу, буду делать. Но я тут вообще ничего не могу сделать в этой игре. Просто. Я на топ даже пошел что-то там забрать какого-то сраного войда лохопова. Он в меня купол ставит, чтоб ты понимал. К слову, я настолько обоссанный в этой игре. Просто жесть. Ну, подойди. О боже, подойди! Ну зачем? Почему? Отразил. Все, я понял тебя. Хорошо. Потма ультанула. Этот отражает. Боже. Ну, не, они просто делают еще максимально все, чтобы я ничего не забирал. Войт еще отражает. Видели? Я шард закинул, он отразил. О, ужас какой-то. Ладно, не подходите, не будем убивать, все. Я пошел АФК. Почему парень не захотел со мной катиться? Ясно. У нас тут не только я 1-6 хожу, у нас вся команда стрикует. 0-2, 0-5, 0-6, 0-8, дядь, это нормально. Просто потому что так надо, брат. Так надо, брат. Не переживай. Все, огонь будет. Просто каточку сольем к 30-й и нормально будет. Печально вообще, конечно. Такому игроку слабому мид слил я, это жесть. Но чисто дело случая. Бруда за мной просто ходит. Он не стоит, не фармит лайн какой-то определенный. Он просто ходит за мной. Жесть. Что ты хочешь, чувак, на бруде? Ой, боже. Шальной хук. Ну, хоть он что-то забрал, это радует. Это радует. Да, сегодня дота против меня, но в этой игре прям жесть. Они прям все сплоченные именно. Тупо душить, душить его, душить, душить и все. Ару по КД. А пофиг. Камбэкнем. Может быть. Может быть. Сапог главное купить. И все. Будет офигенно. Если будет сапог, будет хорошо. Но вряд ли будет, конечно. Сапог я вам сегодня не обещаю. Я не видел женщин уже 10 тысяч лет. Вот пришел же. Брат, вчера жестко задушили что-то. Удачного стрима. Не некст, выделишь слот. Да, выделю, дядь, спасибо. Так, я дальше не пойду, у меня даже сапога нет. Let's go. Спасибо, дядь. Да выделим, конечно. Ты ж сразу сказал бы. Тебя на весь вечер, в принципе, да? Сразу сказал бы, что тебе надо. Слот. Я ж тебя в чате спрашивал. И все. Тускару главное начало задушить. Ну, извини, я вряд ли тут затащу начало. Если я даже пытаюсь гангать, этот отражает. Вот эти первые фраги, которые мне нужны, он не дается. Плюс ару по КД. На руне самое неприятное, что. Я, получается, без монеты, без курьера, без варда пошел в центральный коридор. Ошибся еще и дальше по КД пошла. Потом опять потма пришла. Короче, дай поиграть спокойно, да? Погнали. Но я его не боюсь, вы его боитесь. Чё вы его боитесь? Чё вы его боитесь на войде этого чувака? Вот так вот туда его просто и все. А чё, есть дасты у вас? У вас нету дастов? Я сейчас ару опять поймаю. Но он прям в меня тупо. Вот 10 игроков идет. Тупо кидает в меня.
крыса вонючая. Поехали. Давай туда его. Не бойся, если что, собьешь мне тосиком. У тебя же есть тос, друг. Звей. Спасибо. Лучший. Не бойтесь, просто деремся и все. Это 85-е. Сколько бы ни нафидели. 12 минут без сапога. Пересмотри. Пересмотри. Просто пересмотри и все. Зачем мне задавать такой вопрос? Обычная игра. Играем, все. Фидим, умираем. Все нормально. Главное, чтобы вы не переживали. А вы же все переживаете. Ой, как так? Хень. Как так? Хень. Хорошо. Опять Ниара улетит. Да иди к черту, а! Он просто по КД в меня кидает их. Я сколько ару поймал уже? Ну реально, тупо вот здесь, тут, там, вот тут опять и вот тут опять. Что это такое? Со свинками во время игры. Свинки? Какие свинки? Ты о чем? Я не понимаю, какие свинки. Опять я ару поймал. Ай, боже. Какие-то свинки пофиксили, дядь. Не знаю, какие там свинки. Тебя. Какие-то свинки пофиксили. Я не знаю, что такое свинки, брат. Опять ара улетит. Опять я ее поймаю. Проверяй просто. Просто проверяй. Суицид. Найс. Именно так я и хотел, дядь. И я сгорю еще. Да что это такое? Что это реально? Это жесть. Просто посмотрите на эту игру. Какой же это лютый рандом. Я просто по КД это все дерьмо ловлю. Давайте карту закроем. И варды поставим. Краш во время игры выкидывал раньше. Да ты сейчас так же выкидывай, дядь. Не парься. Но он не качает второй скилл. Блин, как плохо, когда у Котла нет второго скилла, да? Давайте это продадим, надо вот так вот, так лучше будет. Саппорта у нас нет, у нас варды не хотят ставить. У нас хотят фармить. Свинки, брат, есть свинки там, чё со свинками? Слов не говори. Ару летит. Опять хенозес ее ловить идет. Вард поставил. Иди нафиг. Опа, испугался. А он и не пугался, да, я так посмотрю. Что у нас на ферме там? ТМ-ка на ферме с котлом. Блин, гениальная игра. У нас, чтобы вы понимали, нету кора. У нас фармят два саппорта, а все остальные стоят в мину писю дрочат. Лучше я пойду фармить, а вы писю дрочите. Куда больше толку будет? Серьезно. Типа, ну не вижу, не понимаю просто прикола. Когда саппорты стоят фармят, да? А коры стоят на миду, афакашат. Бабочки продают где? Где? Лично придумал, дядь. Хорошо. Весь фарм котлу, пацаны. Не иначе. Так, этому отдал, нужно купить. Хелм купим. Хелм of... Пойдем вот этого крипа. Ну и ты бы подождал нас немножко, было бы хорошо. Было бы прекрасно. Я не пойду дальше, не вижу смысла. Котл, котл тройка, нет, это не котл тройка, это котл руинка. Я бы армлет себе хотел бы где-то пофармить.
Но вот где вопрос? Нет, у меня я не покупаю про аккаунт. Даст ты... Ой, я не буду тогда, окей. То есть не в кого запихнуть даже. Так кончено что-то, такой старт нулевый, просто жесть. Не думаю, что вообще камбэк будет. Пробовать, конечно, нужно. Но не уверен. Что за карта? 85-я карта, дядь, прикинь. Вот так вот. Дал прокат, забрал одного крипчика. Мощно, бро. Ну, армлет есть, все равно, разницы нет уже. Панчи, скетчи, вайны, что там, 11 левел, левел, по левелу я догнал. Погнали что-то делать. О, качаю. Ну, конечно, у тебя уже 11 левел, еще б ты не качал его. Лол. Вообще жесть. Просто. Я не понимаю, куда они ушли. Они фармят, что ли, леса, или что они делают? Где все оппоненты? Очень странная игра. Сокрет. На герочек некстом. 5 карта темная у нас. Что это такое? Почему у нас постоянно карта темная? Побытись фом пятерка без чего? Какой сейф пятерка, дядь? Я не знаю, это просто кринж какой-то. ТПшка КД. Божечки. За дотом. Пойдем, мне пофиг, я пойду еще раз фидану. Я не понимаю, почему у нас нету нигде вардов. У нас просто все стоят афакашит. У оппонентов по-любому здесь варды есть. Жесть. Я просто не выкупаю вообще эту доту, почему все настолько плохо. Реально, не тупо потому, что там какие-то тайминги, а вообще все плохо, просто нереально плохо. Просто жесть. Как там на меня фокусятся, агрятся все, купола, все, лазеры, все в меня. Все самые основные кнопки. Мало того, что старт хреновый, с слитым мидом, еще и все в меня травят просто. И ничего не делается. Просто ужас какой-то. Я не знаю, как тут камбэч, по-моему, тут вообще без шансов. БХ еще этот, догонистый. Это печалька. Shall be done.
Боже. Все, я сдаюсь. Я лучше переиграю. Это нереально. Просто аулом ходят и душат, и все. Да они не будут играть ЦМ-ка из-за лора. Они пикнули просто, чтобы постоять и поафкашить. Я здесь на Тускаре не чувствую, что я что-то буду делать в игре. Реально вообще чувствую, что это не моя игра. Просто не моя. Я тут по КД буду стоять в центре внимания. На меня там торренты, корабли, кресты, все будет. Купола. Без шансов просто. Команда без меня лучше справится. Пам-пам-пам. У, Кен хилок может купить. Мозги надо купить. Хилки. Мне это в куполе не поможет. Даггер бы как-то взять. Котл такой на позитиве. Да не моралься ты. Да блин. 25 минут АФК на котле фармить, это, конечно, конечно, не мораль вся. В принципе, все не так уж и плохо. У меня левел хороший. Артефакты только плохие. У оппонентов тоже не так уж все прям овер хорошо. В принципе, можно не париться, я думаю. Если бруду заберем сейчас, вообще будет кошерно, но с области фантастики, скорее всего, да? Тэшку даже на котле добить не может. Честь. Конечно, я фидер, блин. Честь. Бабки рекой текут, говорит Котл. Конечно, вот задубку ставит. А мне как фармить? Мне, ты с ноги будешь, что там? Он-то убежит. А я закачусь, буду драться. Я-то сдохну там. Интересный парень. Печалька. Дота слот. Здорово. Здорово. Котчик. Го дота слот ПЛЗ. Давай выделим, дядь. Выделим, бро, спасибо. Я ушел, лучше пофармлю, потому что я тут сейчас опять нафижу. Как дела? Здесь Абема. Здорово. Как дела, браза? Да не, хайскилл, тут можно камбэкнуть, но там Войд. Я насчет Войда не уверен. Насчет Войда не уверен, что что-то получится. Ну, закат, пофиг. А чё ты на БХ? Ой, бро, подставляешь? Я же врубил армлет. Как я сдох? Я ару поймал опять. Я только хотел этот накинуть. Да уж. Только хотел этот сноубол накинуть. Нет, я не играю в телефон игры, дядь. Я опять сару сдох, наверное, да? Просто монолик и бластани его. Монолик и бластани. Не дает. БХ единицу, походу, зажал, да? Жесть.
Одно Войда можете раскатить. Да, понятное дело, я Ару опять поймал, да? Но я, видимо, в тот момент, пока экран тянул, все Ару поймал. Жесть. Так, вот этому пацану слот, РРки слот. Давай, брат. Попробую. Даггер, может, куплю. Ценки что-то есть. Аналик в 4, да? Магнуса баф сейчас сколько там, в 4? Вот я типа могу даже, ну типа забить на игру и выфармить с помощью Маднеса. Кстати. Погнали, двойку даешь, let's go. Там нанизу суета. Вруденская. Поставь в нее РП, дядь. Забей, вообще РП поставь. Поставил бы РП просто. Забрали бы, ушли. Пофиг. У меня еще эти лаги какие-то с делеем. Это вообще что-то жесть какая. Лучше мне собачку подарить, дядь. Странный бруда телепорт дала. Как будто не видела, что мы там вчетвером стоим. Гоу? По-моему, можем. Не могу собрать, прикинь. Опять ару. Да что это? Почему я в куполе не могу собирать? Жесть, вот все ару по КД мне. Я не знаю. Я ни одну драку не был... Не был еще так прям в этих аруах. Это просто ужас какой-то. Просто какой-то ужас. Гем там. Хорош. Жестко. Два. Дай мне двойку. Промах. У меня промах, и в КД улетел этот спел. Жестко, конечно. А написано, что этим спеллом невозможно промахнуться. Но именно рейнджи не хватило атаки. Странно. Ну да ладно. Держаться или нападать. Да я не хочу хайскилл, честно. Котл вон знает, что делать. Все, задувками фармит. Лайны пустые.
Я в ару вечно стою, дядь. Типа хз. Странная игра. Вряд ли сможем тут как-то, но я не знаю, это прям уж ужас какой-то. Под треками можно попытаться что-то сделать. А мне надо в Madness выйти и фармить, стоять, и все. И все. Было бы намного лучше. Unstoppable. Точно стрим, а что, песня никак не получается, другие варианты? Нет, дядь, пока никаких не придумали других вариантов. А чё там, Donation моросит? Да и хрен с ним. Хрен с ним. И хрен с ним, бро. Слоты по 150 на стриме ж написано. Забрать 5 слотов своих 4, 5 x 5 с нами, го. Дядь, ну так и так 5 x 5 получаются. Какие, кому ты там слоты собрался выкупать? Так, сегодня слотов никто не забирает, так что. Если есть желание, но у меня вообще что-то... Все печально. Че, от ХГ будем? Ну два, дай, бро. Дай, пожалуйста. Спасибо. Хреново, дядь. Ой-ой-ой. Хорошо. Хорошо. Блин, не лагай, пожалуйста. Нормально, Войт ошибся. Вчера обещал слот, дашь никнейм какой у тебя, обещал я. Напомни, если я обещал. Я вспомню, думаю, никнейм. Собьет? Хорош. Мы уже на подходе. Далеко он не убежит сетки, кдшится. Эй, ферзь. Хорош. Это плохо. Уходим. Уносим гем. Ну, чувак, у нас не 522 МС. Так, ГГ.
Последнюю катку играл. Ну, никнейм какой? Внезапно дропнуло. ХЗ почему? Какой-то список и дропнуло, пишет мне, что-то длинное дропнуло. Не знаю, дядь, что там длинное у тебя. Не знаю. Дропает всех, дядь. Войда прозвали безымянным, вообще безликим. А не безымянным. Не nameless, а faceless. Это две разные вещи. Ну да ладно. Сеникс. Не было такого, ничего не обещал никому, никакому Сениксу. Слот. Ты чё? Не было такого, чтоб я кому-то слот обещал, прям как ты говоришь. Сеникс. Первый раз вижу, чтоб я тебе слот обещал. Стенки транквилизатор надо, брат. Точно. Точно. Два. Сходу мне дай двойку. Не забывай, пожалуйста. Если бы двойка будет, будет хорошо. Двойка будет, двойка хорошо. У меня ни хрена не кликается в этой игре. Просто я в шоке. У меня дилей какой-то или что, я не понимаю. Почему у меня герой вообще как вата какая-то? Что за проклятие? Ужас. Куда бы хатом побежал опять? Дядь, мы за тобой не успеем, если что. Тысяча 300 золотых. Ответ нет, да. Что ответ нет, да? Я не вижу твоих сообщений, дядь. Что случилось? Слоты, какие слоты? Блин, как же все так переживают за мой КДА? Ну и что? Я хайфидер на карте, мне все равно. Пусть. Пусть пацаны порадуются. Тяжелая игра. Страдаю. Всю игру страдаю, дядь. Нытики в чате. Не нойте, пожалуйста. Я не ною, вы ноете. Да, под фризы какие-то, но это мелочь. Это не страшно. Что с Войдом делать, понятия не имею. Вот это другой вопрос. Все, на базу. Двести золота. Подожди. Хорошо. Да отойдите, не деритесь. Да иди давай на базу. Жесть, я своему герою говорю, идти на базу, не идет. БХ тоже сдохнет. БХ тоже там сдохнет. Буду драться уже. Что делать? Хорош. Я армлет пытаюсь переключать, у меня армлет не кликается вообще. Жесть. Пойдет. Что он там? Октарины.
Ямчик, пойдет, хорошо сделали. В каком использовании мои ресурсы? Да нет, дядь. Нет. Да точно нет, не от этого. Это бывает у меня вечером. Интернет просаживается. Интернет просаживается, бывают такие подфризы. Это норм, типа. Типа норм. Мне кажется, зря они там суетятся, не? А, ну да. Сейчас без РП там Бибу возьмем. Ну да, ГГ. Жесть, что творят, пацаны. Что творят звери мои в команде? Радик, Октарин. Октарин делаю, дядь. Без Октарина никуда, бро! Хорош. Я не вижу твоих сообщений. Ануш СХ. Не знаю, что ты пишешь, дядь, там. Что МД, не МД, дядь. Я не понимаю, о чем речь. Ждем. Все будет огонь. РП, но он опять... Да, РП второй же, по-моему, в пол дает. Ничего страшного. На Магнуса дождаться надо. Магнуса дождемся, будет хорошо. Хорош. Пойдет. Пойдем в руду жахнем. Хорош. Нас 5, мы покупаем тебе 5 слотов, забери себе лучших подписчиков. Нет, кто зайдут, те зайдут, дядь. Хорошо, я согласен, у меня 2 слота на Next забито. Как скажешь. Тревел возьмем. Возьмем. Полоска доната, которую я уже не видел, там ноябрь 2022. Я не помню, дядь, это очень давно было. Это очень старые видосы. Слот и мод. Одна игра 1300 выходит. Слоты и мод. Все. Слоты и мод это 2300. Так, мом мы продадим. Вернее, мы его разберем. Хорошо.
Соло Кура есть. Все, погнали. Что там умирает? Потом. Слот Леонкин 4477. Хорошо, дядь. Эту ару я уже ловить не буду. Два. Пожалуйста, друг. Хорошо. Застряла, найс. КД. Хорош. А чё, куда все разошлись? Надо шмит идти. Не хотят, что ли? За бабки. Какие бабки? Вы берете слоты, я беру, выделяю вам слоты. Где-то тут еще бабки видел. Чтобы поиграть на стриме, это будет стоить делать. Иначе, ну, нет смысла, потому что я лучше обычным подписчикам выдам. Серьезно. Брат, это не косплей, это оригинал. А чё у нас? Вы, чё вы? Лол, я один-единственный иду пушить? А где моя команда? Почему они АФКшат? Я один пушу, у нас еще и база падает. Прикиньте, бред какой. То есть... Бабочка идет, нормально? Хорошо. Хорошо. Отойти. Хорошо. Хорошо. Avoid buyback. Nice punch. Трон можем. Смело. GG. 4 года никогда не видел, чтобы ты играл за деньги просто с друзьями. Нет, я не играю на деньги. Дядь, если я... Ставки вам не рекламирую, презираю их, то, естественно, я не буду играть на деньги. GG. Прежде чем говорить на бабочку Хинозеса что-то плохое, посмотрите эту игру. Спасибо.